нахожусь в аэропорту города Хьюстон, штата Техас. Мы продолжаем наше путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. У нас были небольшие проблемы на посадке в Лос-Анджелес. Возникли вопросы по нашим документам, кто мы, откуда, зачем, как мы едем, куда мы едем, где наши документы находятся. Наши бумаги миграционные не устроили, мы чуть не опоздали на рейс, но по какому-то стечению обстоятельств и удачи мы все-таки буквально запрыгнули в летающий самолет. Сейчас мы в Хьюстоне делаем пересадку до Нью-Йорка. Еще у нас 3 часа перелет. Затем, когда мы прилетим в Нью-Йорк, друзья нас возьмут на Сильвании, на ферму. Затем нам нужно будет ехать в Филадельфию, в миграционный офис, и отмечаться. Там есть человек, остановиться на учет. Я отослал письма миграционной службе, они наше дело перевели в Пенсильванию. Я думаю, что дальше процесс пойдет побыстрее. Всем хорошего дня.